Реально фильм снимали год, а здесь за 4, за 3 месяца там управились. Арнольд вообще сказал, что он всю неделю был на съемочной площадке. Поэтому, видимо, его там немного в этом фильме. Но, наверное, может быть, это и к лучшему, потому что смотреть Не, на... это правильно, правильно. То есть подкупают как бы еще с теми актерами, которые тогда были круты, но вот пытаются раскрутить новых. Сейчас вот этого чувака, которого ты назвал этот, как же его, Кайл Рис, ой, ну как же он, Джек Кортни, Ну да. да.